Привет всем. Часто меня спрашивает Игорь, а что у вас есть в питомнике? И вот решил снять небольшое видео, показать, что у нас есть, потому что это действительно хороший вопрос. Ведь на самом-то деле у нас в теплицах есть намного больше разных цветов, больше, чем представлено на сайте. И, конечно, лучше приезжать смотреть самим. Здесь есть и фаукарии цветущие. Но, опять-таки, сейчас середина лета, и сейчас мало что цветет. Хотя, вот если приехать сюда весной, ну, вы не обращайте внимания, там ремонты всякие наши. Если приехать сюда весной, конечно, здесь цветет абсолютно все. Все растения, абсолютно все суккуленты, которые вы видите, это все, абсолютно все цветет. Здесь у нас очень много эхиверий, очень много пеперомий, очень много... Ой, уронил телефон. Вот, храм Будды есть, очень много кактусов, мамиллярии, тифрокактусы, анакомсеросы, отчетки. Этого очень много всего. Вот здесь мы собираем посылки к отправке. Сегодня был сбор посылок. Сегодня вот у нас девочки 52 заказа собрали. Вот так вот выглядят плошки с нашими листовыми черенками. То есть, если посмотреть, то здесь вот это все листовые череночки. Причем это не просто листовые черенки, да, а вот они уже там, кто-то уже с корнями, кто-то уже с деточками. И большинство черенков, ну, видели, наверное, в наших предыдущих видео, это все на сайте написано, что там, к примеру, у нас там черенок толстянка окаймленная, но по факту это уже не черенок, а вот уже это уже растение уже с корнями. То есть написано, что черенок, но по факту, или там черенок крестовника, но по факту это уже хорошо укоренившееся растение. Вот так вот это все выглядит. Так что, если есть возможность приехать к нам в теплицы, лучше приезжайте. У нас каждую неделю что-то новое рассаживается, что-то новое появляется. Вот у нас очень много литопсов, крестовники, крестовник роули, опять-таки листовые черенки. Это листовые черенки эхиверии Raindrops. Вот, и вот видите, вот они у нее такие бородавочки, но не все листики имеют такие бородавочки. Поэтому знайте, что вот они, пока они молодые, листики без бородавки, потом они начинают разрастаться. Тем, кто хочет, очень много у нас к нам обращаться за цветами для свадеб и торжеств. Вот такие вот у нас есть растения. Это все оформляется в красивые стаканчики и в красивые небольшие композиции и дарится гостям на свадьбу. Вот так вот выглядят. Сейчас покажу некоторые наши посевы. Здесь вы видите вот посевы кактусов. Вот этим вот кактусикам им уже в апреле мы их сеяли. Из апреля, вот чтобы размер понимать, вот с апреля до августа вот им 2-3 миллиметра в диаметре они. Ну, это только часть посевов, там еще есть. Вот здесь у нас растут часть уличных суккулентов, молодила, отчетки. Сейчас мы пойдем, еще я вам их покажу. Ну, сейчас пройдем через теплицы и до уличных дойдем. Так что тут очень много всего. Но и это еще не все. Здесь вот у нас много. И вот есть наши две больших теплицы. В одной теплице очень много кактусов. И вот такие вот, ну, конечно, видео не передает. Такой вот здоровый ферокактус. Ему уже больше 50 лет. Это гордость нашей коллекции. Ну, и есть такие поменьше. Хинокактусы грузони, они там всего лишь каких-то 30 лет. Вот такие вот астрофиты мы, вот анзука четырехреберный, стенокактусы, вариегатные есть гимнокалициумы. В общем, очень много разных кактусов. Не буду все снимать, а то это надолго затянется. Вот такие вот, вот этим вот кактусам уже по 25, по 30 лет.
Это одни из моих самых первых, я еще в школе, когда начинал заниматься кактусами, это одни из моих самых первых посевов. Там есть, ну, в общем, очень много кактусов, не буду подробно на них останавливаться. Хочу вам все показать. Это эхинопсисы такие большие, цветущие. Вторая теплица, здесь только суккуленты. И сейчас большинство суккулентов на улице. Адрамискусы. Вот очень красивое оптение. Оптение вариегатное. Мне она очень нравится. Она разрастается вот таким вот большим ампельным кустом. И опять-таки на сайте у нас написано, что там 50 рублей стоит черенок. Но по факту это уже вот такое большое укорененное растение. И они уже все цвели. Вот это вот, ну, то есть они все цвели. И их резоны он уже все цвели. Так что это уже по факту уже выросшие растения. Тут у нас множество разных алоэ. Гастерии, граптоверии. Еще граптоверии. Граптоверия янтарная, каланхои, делоспермы, эхиверии, красулы, синокрасула, еще красулы, ластовневые, стапелии. Вот тут вот очетки тоже, Атона мясистая, тоже вот она вот такая вот, красивая, фиолетовая. Ну, уже цветет она потом ближе к осени, красивыми желтыми цветочками. А дальше у нас тут эуфорбии. Вот есть варигатные эуфорбии. Хаворцы, много хаворций. Ну, на сайте сейчас хаворцы нет, но вот в теплице они представлены. Есть даже вот такие вот тоже варигатные хаворцы. Они такие белые с зелененьким. Ну и опять-таки вот это вот наши коллекционные эхиверии. Великолепные растения. Мне они очень нравятся и по цветам, и по форме, и по окрасу. И действительно, камера вот, ну, не передает она всех оттенков. Всех оттенков камера не передает. Очень много чего рассаживать надо, конечно, работы тут хватает. Тоже вот эхиверия, эхиверия кудрявая. Там агавоидес разные виды, изящная, нюрнберга. Ну, в общем, много всего. Эониумы. Ну, сейчас эониумы мы начеренковали, они там не такие яркие. Вот. Есть еще одна. Дальше вон, там вот есть вот еще третья теплица, там кактусы поменьше. Но пока не будем о них. Это зимостойкие растения. Вот это вот здесь, все вот эти грядки. Вот. Уже вечер, делосперма купера, она вот закрыли цветочки. В общем, вот это вот все, оно здесь зимует уже. Так, в 2015 году мы посадили, сейчас 2019, получается 4 года это все здесь зимует. То есть вот это все, это разные-разные сорта зимостойких очетков, каланхои, кстати, тоже там есть. Там вот, зимостойкие каланхои, очетки, делосперма и молодила. Там тоже очень много всего. Вот так вот я вам показал чуть-чуть нашего питомника. Так что, если вам интересно, приезжайте к нам в гости. Ну, а если вы далеко находитесь, то заходите на сайт kaktusenok.rf, и там можно это все, хорошие качественные фотографии, посмотреть и что-то себе выбрать. Хорошего вам дня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если что-то интересно, спрашивайте меня в комментариях. И смотрите фотографии в Инстаграм. Там очень много фотографий цветущих растений мы выкладываем. Пока!